В Североказахстанском онкологическом центре прошла пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Как стало известно нашим журналистам, по итогам 2023 года в регионе с диагнозом рак выявлено и поставлено на учет 1848 пациентов. Смертность от злокачественных новообразований снизилась на 8,2%. Одна из главных задач медиков – активное выявление рака на ранних стадиях. Для этого проводятся скрининговые осмотры целевых групп населения. На сегодня в городе функционируют 17 стационарных и 2 передвижных маммографов в 18 медицинских организациях. Наша выявляемость приближается к доковидной. То есть это очень хорошо, то есть это население стало активнее приходить, то есть оно меньше боится скоплений народа, да, ну, как, которым является поликлиника, то есть уже риск такой заражения, как бы он подавлен, этот испуг, и люди активнее стали приходить. Ну и, конечно, поликлиники активизировали свою работу, поэтому, допустим, даже по сравнению с 2022 годом, за 2023 год у нас темп прироста 5,3%. Это хорошо, то есть мы приближаемся к 2019 году, у нас сейчас 347,1 промилле, ну это кто, просто чтобы не говорить на 100 тысяч населения, мы в 2019 году ушли с 357, то есть, а потом резкое падение заболеваемости, и это, конечно, было очень плохо, потому что те, кто не попал, да, не выявлен в этом году, они чаще всего окажутся потом запущенными в последующих годах, это вот надо понимать эту ситуацию. Значит, но, тем не менее, смертность-то, она продолжает снижаться, причем достаточно хорошими темпами. И если мы, допустим, там 2010-х, ну, имели до 126, до 130 промилле, да, то сейчас вот за 2023 год у нас 86,6.